И пока сейчас будет искаться катка, надо пойти пописить. Так, это что, это ко мне? А я, если бы он не двигался, ну, если бы я не слышал, да, вот как бы нормально, я бы побежал дальше. Я думал, он уже как-то убежал. Столько времени прошло. Хилься давай! Две пульки с МД-4 ему вообще по барабану. Я не понял, это моя машина забагалась? Или тот, кто подъехал ко мне? Понятно, это был звук от моей машины. Я испугался. Да он такой был, как будто за домиком. А вот на черешню. Ты его прибил, он через катку уже забыл. А ты что, М24 мне точно выпадет. После таких попаданий. Она точно завтра выпадет. Общался с Рубей. Хочет партнерку в папке. Одно время он говорил, не надо. Мол, не дают, ну и хрен с ним. Сейчас говорит, хочу партнерку. Если будет набор партнера, я думаю, ему дадут. Сейчас как бы стримеров мало, которые имеют онлайн, но не имеют партнерку. А если будет набор, значит, ну, думаю, ему должны дать. Ой, я думал, он перелетит машину, а он на машину приземлился. Ладно. Опять 5 лайков не хватает. Ого!
Не, я бы пофайтился бы с этим человечком. Тут какой-то слабенький сидит. Но вот корякер может мне все испортить. Или прикинулся таким. Корякер все испортит. Не буду сближаться. Привет, Саня. А, это другой пришел. Все, я понял. Пистолетика жалко нету. Ладно, надо дождаться дроп, потом уже буду боковать. С третьей головой и третьим броником быкуется как-то приятнее. Сейчас рубину катки, если увидишь Астон Мартин, сервисит на это он. Главное, не сливайте мне, ну, ему мою, этот, мое местоположение, а мне не сливайте его местоположение, а то будет неинтересно и нечестно. Мы должны встретиться сами. Без вашей помощи. Вы сказали серебряный Астон... А, так это тоже Астон Мартин. Да почему сейчас? Я хотел в конце попозже, реально. На сковородках может подраться. Почему сейчас? Вы мне еще сказали серебряный и серебристый Астон Мартин. Я подумал, такой Астон Мартин. Оказалось, другой, блин. Но это сорян там. Я забыл, что тут два Астон Мартина. Дайте я Руби с собой поношу. Я его в топ занесу. Ну, постараюсь. Руби со мной. Мы теперь в дуо с Руби играем. Затимились с Руби. Ну, дропчик я там манал лутать, там мочило какое-то было такое. Сейчас надо семерок немножечко поднасобирать, вдруг тут есть. Яичко освободить надо. Лутано. Конечно. Что же еще тут? Ладно. Ну, гранатка от него хорошая была. На самом деле. Третья ловушка. Такое пропустить нельзя.
Смотреть-ка нету. Вот это надо. Прям в центре. Вот это шикардосинка. Только набрал семерок. Ой. Руби, сейчас затащим. Руби инфу не дает, блин. Надо забрать, поехать там, броник может нормально есть. Здорово, прапор. Семерок нету. Ну, в принципе, челика уже выйдет не так много, может быть, не так страшно. Это вот. Тот факт, что мало семерок. У меня тут что творится неизвестно сверху. Дроп упал. Блин, просто сам сидеть это офигенно, но если кто-то тут есть, он с горки к нему придет вообще легко. Этот камушек не в зоне. Ладно, если тут кто-то в зоне есть, то они тут и останутся. Какой смысл идти наверх? Это полузоны проходить.
О! Отойди! Или его прибили только что? Нет, он живой. Да ёлки-палки. 10 секунд. Пулек нет нифига. Тут сделал 25 бинтиков. Вот, офигенный тиммейт Руви. Взял его с собой и взяли топ. Спасибо, Руви, за хорошую игру. Можете так ему и написать, что Руви, там, где тебя прибил Мозолев, ты там взял топ-1. Так и напишите. Ну, можете сказать, конечно, по приколу, что я его чипик взял до конца топа, проносил с собой. Руби затащил, да. Руби, помнишь карточку с Мозолевым? Так вот, он позаботился о тебе и взял твой чипик, и вместе с тобой занял топ-1. Было тяжело ему, но он вместе с тобой занял топ-1. Прикольно, прикольно. Криграфик написал чертовски мило. Согласен, согласен, абсолютно.